Монитор о чем-то сигнализирует. Давайте посмотрим. Ого! Ты видела? Что это за луч? Может, это как-то связано с пропавшим телескопом? Это надо расследовать! Гекомобилю! Надо сместить прицел немного вправо. А! Ой, я хотел сказать влево. Ящерки в ящике! Это что, пропавший телескоп? Давайте посмотрим. Хозяин, у нас гости. Ага, герои в масках. Вы ищете этот телескоп? Зачем ты его украл? Ну как зачем? Чтобы сделать космический лазер. Космический лазер? Круто! А? То есть, что ты задумал? Я хочу выжечь на Луне свой портрет. Свой портрет? Скорее всего, правый профиль. Все будет хорошо, Олет. Мы рядом. Кэтбой, Гекко, я сожалею. Я просто хотела доказать, что я классно играю в футбол. Но мы ведь это знаем, Олет. Но надо уметь вовремя сделать пас. Ты прав, это командная игра. А мы команда. Настало время героев! Мы должны вызволить ее из лунного шара. Можно его лопнуть? Какой-нибудь большой, острый штуковиной. Флагшток рядом с музеем подойдет. Гекко, ты катишар! А ты, Кэтбой, направляй его! Где эти негодники в масках? Сюда! Нет, левее! Осторожно, фонарный столб! Ха! Ага! Лунный шар, вернись! Нет! Почему вы остановились? Из-за магнита! Лунной девочки! Он слишком мощный! Я знаю! Надо играть командой! Гекко, используй супермышцы! Кэтбой, используй суперскорость! А я постараюсь создать ветер! Есть! У нас получилось! Он бесполезен! Шар! Супермышцы Гекко! Надо покатить шар как можно быстрее! Да! Что вы делаете? Нет, нет, нет! О, большой злой робот остановил маленького котика! Связать их! Не волнуйтесь, флэш-флип вас спасет! Но это ведь не настоящий прием! Он из комиксов! Флосси Флэш покажет злодеям! Привет, Олет! Пора тебя на переработку отправить! Робот! Нет! Пусти! О, нет! Этот бесполезный флэш-флип! Олет, ты в порядке? Да! Простите, зачем я подражала Флосси Флэш? Я Олет. Теперь Ромео украдет драгоценные книги. Я их уже украл! И скоро в них появятся мои фото! Скорей, лети за ним, а мы за Кэтмобилем. Хорошо. В этот раз я воспользуюсь силой совы. Настало время героев! Зачем ей книга о Флосси Флэш? Совиный взгляд! Так... Птичка мне нашептала, что ты... Вон там.
Кэтмобиль, прячься! Вовремя! Держи, натяните ее между тех двух деревьев, пониже. Чтобы остановить Ромео, надо сначала остановить его робота. Что теперь, Олет? Теперь великолепная Олет воспользуется своей суперсилой. Во-первых, я использую совиные крылья. Затем совиный взгляд. Юху! Гляди, Ромео! Моей любимой книги у тебя нет? Что? Взять ее, робот! Придется получше постараться! Нет, нет, нет! Так! Теперь я могу наполнить тот бак тучами! Сила Луны! Еще туч! И опусти их в бак! Кэтбой! На помощь! Надо что-то делать! Я ненавижу мокнуть, но я не могу подвести своих друзей! Я все-таки герой! Суперскорость! Я иду, герои в масках! Великолепный Кэтбой со скоростью молнии бегает среди туч, а те следуют за ним! Что? Эй, что ты делаешь? Если мне придется промокнуть, то и тебе тоже! Теперь надо изменить полярность. Эй! Есть! Получилось! Гекко, скорей! Помоги убрать тучи из бака! Хорошо, Кэтбой! Супермышцы Гекко! Получилось! Бак пустой! И мы спасли лето! Нет! Цветы? Но у нас их нет! Скоро будут! Кошачья суперскорость! Не указывайте на меня пальцем! Вы должны делать то, что я вам велю, так? Схватить их! Ладно, герои в масках, пора доставить этих бабочек домой! Аккуратно! Привет, бабочки! Хотите полетать со мной? Тогда вперед, сюда! Нравятся мои цвета, бабочки? За мной! Я покажу их вам! Что? Вам это нравится? Это вежливость! Верно, лунная девочка! И я попробую быть вежливым! Прошу прощения, прекрасные бабочки! Я принес столько цветов, сколько смог найти! Вот! Прошу, летите с нами! Вот так! Отлично, бабочки! Спасибо! Что? Мой лунный магнит заклинило? Стойте, бабочки! Вы не можете лететь с ним! Мотыльки, где вы? Мотыльки! Ну и чего вы ждете, глупые? Ловите их! Я сказала поймать их! Вы глупые мотыльки! Привет, мотыльки! Вы хотите с нами? Мы совсем не против. Да, обещаю, я буду вежливым. Нет, 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 нет! Теперь у меня не осталось помощников! Ну так нечестно! Надо же! Мне почти жаль тебя, лунная девочка. Готовы? Готовы! Пусть победит лучший супергерой! Как вам мои движения в полете? Мило! А как вам суперсцепление ящерицы? Так себе! По сравнению с кошачьим суперпрыжком! Эй!
Пора выпустить кота из мешка. Кошачья суперскорость! Супермышца Гекко! Эй, так тоже нечестно! Кошачий суперпрыжок! Вот так надо побеждать! Мои супергеройские движения точно были лучшими! Ну нет, мои движения были лучше! Я победил! А мне кажется, мои движения были лучшими, так что я победила снова! Никто со мной не сравнится! Я, Алет, победительница! А? Гекко? Кэтбой! Кэтбой! Эй! О, нет! Она схватила их! О, если бы я не пыталась их все время победить, этого бы не случилось! Эй! Настало время героев! Команда А победила! Вы видите, герои? Смотрите, как быстро работают мои мотыльки! Да, лунная девочка, твои мотыльки молодцы, но они вряд ли смогут принести самую большую игрушку в мире – гигантского Т-рекса! Что? Легко! Если будут работать вместе, то принесут его мне! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать! Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка! Конечно! Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О, нет! Я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то, что мы. Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! А, что говоришь, Гекко? О, ты говоришь, что настало время героев. Мечтать не вредно, ящерица! Что я только смогу сделать с вашими голосами. Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Переходим в другое место. Я не могу пойти за ночным ниндзя и спасти Алет и Гекко. Он меня обманул. Алет была права. Злость мне не помогает. Я не должен был сердиться на нее и Гекко. Время быть героем и оставаться спокойным, как учитель Фанг. Ой, не туда. На помощь! Прыгучий ящерица! Прошу, помоги нам, Кэтбой! Прошу, помоги, пожалуйста! Все нормально. Мне пора действовать. Кошачья суперскорость! Кэтбой спокоен и действует согласно плану, спасает друзей. Осторожно! Не волнуйтесь, ребята, Кэтбой с вами. Он спокоен и расслаблен, прямо как учитель Фанг. Кошачья суперскорость! Конечная остановка для всех пассажиров. Ого! Отличная поездка! Спасибо, что спас нас. Не за что.
И простите меня за то, что я на вас злился. Я поступил неправильно. Да ничего. Кэтбой и правда вернулся. Спасибо, ребята. Кстати, у меня есть идея. Нам нужно разозлить ночного ниндзя и ниндзялина. Это поможет. Вперед, герои в масках! Взять их, роботы! Время действовать, герои. Вы должны мне помочь. Кошачья суперскорость! Победить Ромео вам будет веселее с суперсилами. А Майя превращается... в Олет! Грег превращается... в Гекко! Герои в масках! Нужно добраться до суперкомпьютера. Если его остановить, то остановятся и роботы. За дело! А? Помоги остальным роботам, Робокот! Нет! Настоящий Гекко и Олет! Я настоящий Олет! Я настоящий Гекко! Нет, я! Что теперь, милый котеночек? Ты не можешь их отличить? Да, у твоих роботов есть суперсилы, но они не такие дружные. Олет, Гекко, ловите! Да! Удар с переворотом! Быстрое вращение! Видишь, Ромео, я могу отличить своих друзей. Готовы к особым приемам? Да! А! Остановите их! Я приказываю вам остановить их! Постойте! Что происходит? Кэтбой! Поймал! Ой-ой! Спасибо! Пока-пока! Ниндзялина, не уроните мой торт! Очень жаль, герои-неудачники. Этот торт мой. Пока! Нет, стой! Ну что вам еще надо? Давай сыграем в другую игру. Или боишься на этот раз проиграть? Боюсь? Ладно, сыграем в музыкальные стулья. Победитель получит... Ого! Шарики с изображением учителя Фанга! Я проиграю в первом раунде и заберу свой торт. А вы тем временем отвлекайте внимание ночного ниндзя, иначе ничего не получится. Шарики, ты шарики. Ты слышал, Кэтбой? Конечно. Я! Итак, когда музыка остановится, все должны присесть на свободный стул. Музыка! Именинничек. О, поверить не могу. Какой я невезучий. Вам не победить ночного ниндзю. Супер зацепки ящерицы. Продолжаем. Ну-ну, это Кэмерон! Да, похоже, он спит. Он спит и гуляет по городу во сне. Нужно отвезти его в кровать. Да, но нельзя использовать суперсилу и лететь с ним домой. Иначе он может проснуться и испугаться. Да! Верни этих марионеток, лунная девочка! Ха! Ну уж нет, ящерица! Мотыльки, покажите, на что вы способны! Эй, это не смешно! Нет, смешно! Это лучший кукольный спектакль в мире! О, что? Змеёныш! А?
вот мой план. Гекко? Гекко, все в порядке? Да, заберите марионеток. Герои в масках идут на помощь. Кошачья суперскорость. Взять их, мотыльки. Совиные крылья. Мотыльки, что вы делаете? Молодцы, герои в масках. Марионетки целы? Да, но теперь нужно найти Кэмерона. Ему нужна наша помощь. Кто такой Кэмерон? Но нам нужно срочно вернуть марионеток. Что Кэмерон здесь делает? Кто такой Кэмерон? Он ходит во сне. Кто такой Кэмерон? Нужно доставить его домой. Да, сначала поможем ему, потом заберем марионеток. Кто такой Кэмерон? Воспользуемся гекомобилем. Или совиным планером. Тогда быстрее сможем найти автобус. Или космобилем. В нем мы поедем очень быстро и найдем автобус. Может, сегодня выберем то, что я предложил? Увидите, что я совсем могу справиться сам. О, я в этом сильно сомневаюсь, Гекко. Дело в том... Ладно, мы воспользуемся гекомобилем. Все в гекомобиль! Эй, я хотел это сказать! Прости, Гекко, я просто хотел помочь. Да не нужно! Мне не нужна помощь! Ребята, сила, цепкость и скрытность гекомобиля – это все, что нам нужно! Но герои в масках всегда друг другу помогают! Вон там! Держитесь крепче! А, мы упустили автобус. Может, с катмобилем у нас все получится быстрее? Или давайте сядем в совиный планер и с высоты его отыщем. Кошачий слух! Совиное зрение! Но что же это такое? Мне тоже нужно что-то сделать! Вижу, что-то быстрое движется к городской площади. Я отправляюсь туда. Постой, Гекко! Алет, лети с Гекко. Я догоню вас с кошачьей суперскоростью. Суперкамуфляж Гекко-мобиля! Вот и все. Уходи. Кэтбой, он напуган. Ты не должен его прогонять. Нет, должен. Здесь ниндзя-лина, а значит, ночной ниндзя что-то замышляет. Мы должны его срочно разыскать. Все в совиный планер! Найдем ночного ниндзя. Совиное суперзрение! Я ничего не вижу. Ну а ты, Кэтбой? И я тоже ничего не вижу. А? Он полетел с нами! Ты не должен здесь быть! Кэтбой, я думаю, он хочет нам помочь. Нет, мы должны его прогнать, иначе будут неприятности. Что ж... Для начала нужно приземлиться. И еще его нужно пристегнуть. Гекко, пусть он посидит у тебя на коленях. Я прослежу, чтобы он больше не доставлял нам хлопот. А? О, нет! Лучше передай его мне, Гекко! Ну вот опять! Ха! Попался! Убедились? Теперь понимаете, из-за него мы разбились. Как бы не так. Кэтбой, мы разбились из-за тебя. Уходи. Кэтбой, ему нужна помощь. Он уничтожил штаб и разбил планер. Зачем ему помогать? Проваливай. Так-так. Начни! Ла-ла-ла. Нет!
А ну-ка, сейчас же отдавай золотой микрофон! Хвост зажало! Никогда! Если я не могу пойти на этот концерт, то никто не пойдет! С этим микрофоном я круче всех, поэтому ждет меня успех! Скорей! За лунной девочкой! Постойте! А как же мой хвост? Я хочу получить билет! Сейчас! Я тоже хочу билет! Супермышцы Гекко! Все в порядке, Олет? Да. Хорошо. Кто поможет поймать лунную девочку? Ну так что, Кэтбой? Ты уже решил, кому из нас отдашь билет на концерт? Тяжело выбрать. То есть вы оба мои друзья. Что это? Надо же! Это же твоя Флосси Флэш! О, а я-то ее обыскалась! Но ты можешь пока ее себе оставить. Спасибо, она отличная. О, нет! Из-за этих яиц я не могу спрятать Геккомобиль! Поздно! Я уведу его отсюда! Эти яйца предназначены для омлета, и я намерен их у тебя забрать. Ты об этих тухлых яйцах? Я обрабатываю их с помощью тухлонатора, чтобы от них шел ужасный запах. О, какая гадость! Скоро всем горожанам придется прятаться от запаха в своих домах, и город станет моим! Лучше удирай, чешуйчатый! Ой! От запаха не убежишь! Ух, оторвался! Но мне нужен Геккомобиль, чтобы спрятаться от этого запаха! Где я его оставил? Гекко! Фу, ну и запах! Надо как-то от него спрятаться! Как насчет Геккомобиля? Где он? Ты его не потерял, надеюсь? Конечно нет, он... Привет, герои в масках! Или точнее, пахучки в масках! Я включаю свой тухлонатор! Вас ждет суперсмрад! Мы сможем выдержать этот запах! Нам не нужен Геккомобиль, чтобы остановить Ромео! Эти яйца пахнут еще хуже! Ну, разумеется, котеночек! Мой тухлонатор сделал их еще более тухлыми! Может, все-таки спрячемся в Геккомобиле? Где он, Гекко? В этом нет необходимости! Спрячьтесь! Вот так! О, то есть вот так! Или вот так! Или так! Жучки-паучки! Я лучше буду пешком ходить! Видел, как я здорово летал? Смотри внимательно, Олет! Может, научишься паре трюков? Трюков? Ты же чуть не упал! Да! Я здорово овладел самокатом! Мои навыки пилота нам помогут! Твои навыки? Вообще-то здесь есть другой пилот! Да будет вам! Может, вы оба внесете свой вклад? Отличная работа, мотыльки! Дневные полеты на воздушном шаре остались в прошлом! Теперь этот лунный шар только мой! Вы оставайтесь здесь, а я подлечу на самокате и угоню шар! Для этого надо быть асом! Не волнуйся, Олет! Предоставь это мне! С моими навыками это будет просто! Уверен? Ребята, хватит вам спорить! Может, я угоню шар с помощью своего камуфляжа? Камуфляж? Это круто! Но мой самокат гораздо круче! Смотрите! Эй, лунная девочка, отдавай шар! О, это же котеночек! Хочешь воздушный шар? Не вопрос! Можешь его забрать! Порядок, все под контролем! Наш котеночек попал в переплет. О, нет! Что согнул этот столб? Надо в оба смотреть. Это мог быть злодей.
Мы думали, это злодей. Я просто хотела вам сказать, что лунная девочка летит к школе. А почему ты не использовал коммуникатор? Ну, я думал, вам понадобится помощь. Ты никогда не перестанешь чихать, бегая по улице. Я... Я знаю. Пойду назад. Хорошо, а мы полетим в школу. Сообщи, если что-то увидишь. Рядом мотылек, а значит и лунная девочка. Они ведь не внутри. Я должен сообщить остальным, но я могу выяснить, что задумал этот мотылек. Это более удачная идея. Эй! Я прослежу за этим мотыльком. Он приведет меня к лунной